Приветствую гостей и подписчиков моего канала. На связи Алексей Шевченко. В этом видео вы узнаете, где брать людей в сетевой бизнес, где брать людей в MLM бизнес, где брать людей в проект. Чтобы не пропускать полезные видео, ставь палец вверх и подпишись на мой канал. Если вы не любите бегать за людьми, уговаривать их включиться в ваш проект, то этот способ будет идеальным для вас. Сайт VisitBox решает две задачи – заработок и реклама в интернете. Заработать можно двумя способами – за просмотр рекламы и по партнерской программе. Как зарабатывать, я расскажу в конце видео. А сейчас перейдем к основной части – реклама в MLM. Первое, что нужно сделать – это зарегистрироваться на сайте. Сайт для регистрации будет внизу под этим видео. Нажимаем кнопку «Регистрация». Придумываем новый логин для входа на сайт. Указываем свой email, указываете правильный адрес, которым пользуетесь в данный момент. В дальнейшем на него будут приходить коды безопасности. Придумайте новый пароль, обязательно его запишите. Пишем символы с картинки. Проверяем, что стоит галочка напротив соглашения. И нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Для того, чтобы начать рекламировать ваш сайт, вашу реферальную ссылку на проект, вам нужно получить внутреннюю валюту ВС. Это можно сделать двумя способами. Способ первый – купить ВС за свои деньги. Нажимаем в левой части экрана «Основной баланс», указываем сумму, на которую вы хотите пополнить баланс, и нажимаете кнопку «Пополнить». Баланс можно пополнить только через кошелек Payeer. Если данного кошелька у вас нет, внизу под видео я оставлю сайт для регистрации кошелька Payeer. Также, если у вас возникнут вопросы с пополнением, можете обратиться напрямую ко мне в Telegram. Я вам подскажу и помогу во всем разобраться. Второй способ простой. Не нужно пополнять личный кабинет, а можно прямо здесь, внутри сайта, заработать на баланс валюту ВС. Бесплатно, без вложений, потребуется немного вашего времени. Переходим во вкладку «Просмотр сайтов», открываем сайт, ожидаем, когда пройдет 15 секунд. Выбираем изображение, на котором указано слово, в моем случае это самолет. Выбираем картинку с самолетом и нажимаем по ней один раз. Просмотр успешно завершен. Закрываем вкладку. Видим, что мы получили 1 ВС за просмотренный сайт. Продолжаем смотреть сайты. Когда на балансе визитов накопится 50 и более, мы можем начать рекламировать наш проект. Для этого открываем «Мои сайты», «Посещение», «Добавить сайт». В поле «Ссылка» указываем вашу реферальную ссылку. В поле «Заголовок» пишем заголовок на тему сайта, либо продающий текст. В поле описания делаем краткое описание сайта. Размещение обычное. Повтор каждые 24 часа. Режим просмотра с фреймом. Остальные настройки оставляем без изменений. Спускаемся в самый низ. Нажимаем кнопку «Сохранить». Данные успешно сохранены. Все, что осталось сделать, нажать кнопку «Пополнить» и указать количество просмотров. Минимум 10. И нажать еще раз кнопку «Пополнить». Реклама запущена. Поздравляю! Тем, кто досмотрел это видео до конца, как я и обещал, расскажу, как заработать с помощью данного сайта. Все очень просто. Мы также переходим во вкладку «Просмотр сайта», выбираем сайт, просматриваем его, нажимаем на картинку и закрываем вкладку. Нам нужно набрать минимум 50 визитов. После этого в поле «Баланс визитов» нажимаем «Молоток». Теперь нажимаем кнопку «Продать ВС», и заработанные нами визиты автоматически меняются по внутреннему курсу на рубли. Далее нажимаем на основной баланс, спускаемся вниз, указываем сумму для вывода,
и выводим заработанные деньги через кнопку «Вывести». Все так же на кошелек Payeer. Выходит сообщение «Платеж успешно принят в обработку». Деньги с основного баланса ушли к вам на Payeer кошелек. Если данное видео было полезным, ставим палец вверх, подписывайся на мой канал. Ссылка на регистрацию на сайте VisitBox и на сайт Payeer кошелька находится внизу под этим видео.